Международный день защиты детей, с которого начинается лето, это один из самых старейших праздников, отмечаемых во всем мире. Этот день служит напоминанием взрослым о необходимости соблюдения детских прав. В нашей стране, как известно, дети являются самыми привилегированными. Им уделяется особое внимание. Это еще раз подтвердил прошедший прекрасный праздник. Юные художники сполна продемонстрировали свои таланты в рисовании цветными мелками на асфальте. Как красочен этот детский мир, полный цветов, улыбок, воздушных шаров, танцующих под радугой людей и, конечно же, ослепительного доброго солнца. Эстафета отличного настроения была продолжена юными спортсменами, которые, показывая упражнения, вместе со всеми ребятами провели утреннюю зарядку. Всех собравшихся поздравил с праздником глава Славянского района Роман Синеговский. Будут работать станции, будет возможность посетить всевозможные лагеря, море, значит, не знаю, отдых и только отдых. Я от всей души всех поздравляю с праздником, с началом лета. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, ну и набраться сил с новыми силами, прийти, сесть на школьные парты. Затем выступали юные певцы и танцоры, заработали многочисленные станции, размещенные на театральной площади и в прилегающих к ней парках. Воспитанники танцевальной школы «Изумруд» преподали ребятам своеобразный мастер-класс современного танца. Мы хотим передать этот позитив, веселье, чтобы поднялось настроение тех людей, даже детей, которые не с той ноги просто встали с утра. Практически все станции пользовались популярностью, но по эмоциональному накалу, наверное, мало было равных веселой лыжне и рыцарям, где ребята состязались в силе и ловкости, выступая в специальных костюмах. Ребята развлекаются, играют не только дети, но и иногда и взрослые подходят, потому что главное в душе всегда оставаться ребенком. Им весело, интересно, значит, мы работаем не зря. Вместе со своими детьми радовались празднику их родители. Они по достоинству оценили хорошую подготовку мероприятий. Самое главное – это настроение моей дочки. У нее оно с самого утра позитивное. Пришли сюда, сладкая вата, грим, конкурсы, зарядка. Это очень здорово. Желающие проверить себя на скалодроме не были разочарованы этим, пусть и совсем небольшим, путешествием вверх. На празднике мне больше всего понравился скалодром. На нем было очень классно. Поклонники спорта смогли потренироваться в меткости бросков по баскетбольному кольцу и даже освоить парочку приемов боксерского искусства. У нас установлена баскетбольная стойка, дети могут побросать мяч. Также у нас мастер-класс тут показывали наши ведущие боксеры. Можно было тоже поучаствовать, поучиться, повторять за ними упражнения какие-то. А так, действительно, сегодняшний день очень непосредственно нас касается, так как мы работаем с детками разного возраста. Приглашаем всех в нашу спортивную школу «Триумф». У нас работают замечательные тренера. Веселые и серьезные состязания, интересные конкурсы, игры. Станции работали на все 100, даря детворе незабываемые впечатления. У меня настроение веселое, мне здесь нравится, потому что со мной все мои друзья, мы вместе проводим время, и никто нам не мешает. Что особенно понравилось? Мне больше всего понравилось решать с Гарри Поттером и Гермионой задачи на логику. Мне все здесь нравится. Мне понравилось больше, где мы на лыжах передвигались. Там была командная работа и было очень классно. В палитре радости этого светлого дня было настоящее многоцветие красок. Лето только начинается, и такое яркое его начало обещает много хорошего нашим славянским детям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».